более просторных условиях играть теперь смогут и актеры Театра наций. Коллектив сегодня получил еще одно здание. Это исторический особняк 19 века. Здесь разместятся сразу несколько видов творчества. Литература, музыка, кинематограф, визуальное искусство, архитектура и театр. Вместе с актерами новую площадку осмотрел мэр Москвы и министр культуры Владимир Мединский. Когда мы открывали главное здание театра, вы обратились с просьбой передать вам это здание. Честно говоря, я плохо представлял, что можно из него было сделать, потому что здесь был тихий ужас, и реконструкция такого здания, конечно, потребовала большие финансовые затраты, большие вообще ресурсы для того, чтобы отреставрировать такое замечательное здание.